Какой план на вечер и на завтра? На вечер сейчас напьемся пиво. У нас есть аж целых 2 бутылки. Купили пивка. И что? Спать завалимся, что? Какой может быть план? Ну, какие планы уже от ночи, не говоря. Завтра что будем делать? Завтра будем делать чего-нибудь. Будем делать, наверное, плитку начнем. Как обычно, все начинают нервничать. Типа там, давайте ряд. Ну, придется завтра дать ряд. Сказать, да. Небольшой передых. Хочу ли я что-нибудь сказать? Ну, в общем-то, мы плитку начали. Можно сказать, даже и шлепнули первый ряд. Начали, да, до этого жарко. Как всегда, парадоксально, непонятно, как-то из центра зала. Давай, давай, молодец, попробуем демонстрировать, что... В общем... Вот такая вот плитка. Я так понимаю, что чувствуя по тому, как она идет, я так понимаю, она выгнута вообще во всяких разных направлениях. Вон, она видно, не да? просто горбатая, она где-то выгнута, где-то горбатая. В общем, такой вентилятор. Вентилятор вообще просто. Ну, соответственно, крестики мы. Да, и разница в швах там пару миллиметров, ну, в смысле, в этот размер. Это нормально. Давай мы зачитаем, что тут написано на коробке. То есть вот у нас... Сбоку, не... сбоку. Сбоку. Вон там, вон, оторви тот бок. Да. Плитка made in Germany. При укладке плитку мешать из разных пакетов. Ну и подразумевается, тыкни пальцем, ширина шва 8 миллиметров. Да, 8 миллиметров. То есть она абсолютно не калиброванная. Хотели какое-то качество сделать, полы не доравняли, плитка кривая, в разных размерах, возможно, даже разного цвета. Вот. Расскажи, как ты зал заводил и почему? Слушай, а что ты посмотри, у него по центру идет полоса. Ну? Смотри. Идет. И что? Какая полоса, блин? А ты покажи тыльник, как мы ориентируемся. Ну мы смотрим по заводскому этому перерыву. Мы начали класть так, а может ее надо класть в разных направлениях? Плитка кривая. И полоса заводская. Ты ее показал? Покажи полосу. 7 миллиметров. Полосу. Да, переверни. А, стрелка. Да, вот есть стрелка для умственно отсталых. И видно ее? Вот. В общем, по рисунку видно. Полоски, они... У нас получается какая-то полоса. Все, забей. Давай. Стратегический план на завтра. Сейчас время 10 часов вечера. А что, какой план? Работать, вкалывать? Идем пиво пить или еще несколько рядов? Еще, у нас клей еще остался. В любом случае. Добиваем клей, чего?
Ну, делаем несколько рядов и подмазываем на завтра себе поляну, да? Мы сегодня ничего не, мы туда не полезем. Мы просто сегодня плиткой займемся и все, и пойдем готовить. Варево? Варево, да. А где чикен? Жарево. Да. А что ты его убрал-то? Отмораживает. Он уже отмерз все. Да? Я не хочу, чтобы он раньше времени поджарился. Приготовился? 15 киловатт. Дай-ка. Итак, пираты, вы наблюдали скучное лайв-шоу под названием «Кладем плитку». Сколько метров мы положили? Запись идет час. Час двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь плиток. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 14, 15. Я сбился. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять, десять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 30 на 8. Ну, 31 на 8. Это сколько? 3, 2, 3. Не доделали, да, сейчас клей соберем. Да хрен с ним. Не так важно. Жрать охота? Во сколько мы начали? Часов 9? Ну да, где-то часов 9 начали, сейчас 11:30. Ну, 3 часа. За 3 часа. А до этого эти, тут ниже этажом, захватчики, конкуренты, 6 киргизов. Как суслики, то из двери, то там из балкона таким. Надеялись. Мы их расстроили. Итак, сегодня четвертый наш рабочий день. Вчера мы занимались тем, что выравнивали вот этот кусок зала. Ну вот видно. А, это даже старое. Да, вот, вот эту часть мы вчера выровняли. Туда. Вот эту часть. Вот, после этого где-то мы закончили с выравниванием вчера в районе часов 5. Ушли на обед. Обед, такой обед, ну, долго там пока поели. Пришли сюда часов 8 вечера. И уже было политически важно начинать плитку, потому что тут уже все нервничают. И вчера разметили
полосу. Почему не от стены? У нас есть фонарь в центре зала, стеклянное стекло. И мы рассчитали, чтобы у нас целыми плит, ну, и там подробное видео об этом есть. Вот. И бахнули плиточку, закончили. Во сколько мы? Ну, где-то в 12 закончили, да? Закончили в 12, пришли спать. Пока сварили себе ужин. В общем, туда-сюда в 3 часа только легли ночи. Вот сегодня пришли делать плитку. Ну, для начала нам нужно прошкурить. Значит, план на сегодня — мы прошкурили полы. То, что вот мы выравнивали позавчера и вчера. Сегодня подсохло. Позавчерашнее и сегодняшнее прошкурили. Прошкурили пол. Сейчас мы ждем, пока электрики вешают светильники, забирают свою вышку туда. И здесь мы будем делать плитку, выгонять сюда ряды и дотянем полы, подровняем. Потому что тут, конечно, на один раз исправить такую кривую стяжку не удалось. Хоть слава и мастер, но тут слишком сильные, ну вон видно, слишком сильные перепады. Вот. Что мы сделали сегодня? Продлили... во-первых, мы отшкурили все. Мы же уже все отшкурили. Конечно, передавайте. Моим детям. Давай. Они смотрят. Смотрят? Передаю привет. А они смотрят? Они? Да. Ну, не там, сейчас точно. Так. Мы прошкурили весь зал, продернули. Разметили вот этот угол. Да, да. Еще хочу передать привет Федору. Спасибо. Я... Как обычно. Я слышал как-то по радио. Я хочу передать привет своей жене. А где она? Ну вот лежит рядом со мной в кровати. Так, ты чуть позже расскажешь. У нас есть вопрос от Ирины из Москвы. Как делать залы, если в середине вот такой фонарь или колонна? Как вот откладывать вот этот, чтобы все сошлось потом по кольцу? Позже, да, осветишь этот момент? Конечно, осветишь, да. А то Ирина из Москвы. Ирине из Москвы? Наглядно. Хорошо. Время сколько? Ну, я понял. Ну, часов. Сколько? Сколько? Пол восьмого. Ну, у нас, как обычно, пол восьмого вечера начинается самая работа. Сейчас мы переместимся туда, сделаем захватку и соединим. В общем, возьмем, устроим котел. Давай, греби, короче, котел. Давай. Грибу, хорошо. Давай.